Маша, первичные есть сегодня? Ага, один. Ну, давай с него начнем, Маш. Приглашаю его. Заходите, не стесняйтесь. Доктор? Да, я доктор здесь. Я к вам обращаюсь. Присаживайтесь, не стесняйтесь. Я вас слушаю. Бородавка. Интересно. Что? То есть вы представляете себя бородавкой? Да нет, еще раз, с ума сойти. Просто бородавка на спине, вот на нижней части. Могу показать. Не-не-не-не-не-не, я вижу. Спасибо. Красивая бородавка. Как ваше имя? Типун Карп Остапович. Типун через тире. То есть? Китаец. Да ладно. А так? Вопросов нет. Типун. Так, и на что же вы жалуетесь, помимо бородавки? На жизнь Карп жалуюсь. Остапович. Черные кошки перестали перебегать дорогу, боятся, что им не повезет. Так, с вами все понятно. Эго-дистоническая трихотиломания, я думаю. Я знаю. Ага. Что еще? Цыганка на вокзале говорит: соколок, дай-ка погадаю. Растопырил руку мою, говорит: поздно. Да что? Я думаю, может, у меня ящур. Какой ящур в наше время? Скажите, вы женаты? Да, жена у меня морж. То есть она у вас закаляется в проруби, нет, да? Нет, чисто визуально. Усы отрастила, ласка 45-го размера. Рыбу пожирает сырую килограммами. А, не, он такой, когда рыбу не даю, она так ложится. Так... Морж и есть морж. Да, смешно. А вы как к рыбе относитесь? Я не ем рыбу. Ага. То есть вы предпочитаете мясо? Боже упаси. Значит, вы вегетарианец? Как сказать... Я бюджетник. Так, вы пришли не по адресу, потому что вам абсолютно ко мне не надо. Не надо, вы не мой больной. Вам надо к трихологу. Сходите. Вы думаете? Да, или... А знаете, сходите к проктологу, там очень интересно, вам понравится. Да был я там. Так, и что они? Сказали, товарищ... Пошел ты отсюда, знаешь куда, иди-то ты. Послали, то есть. Куда послали? Вам. Кстати, что такое обувной атрибут? Это такой пресс-папье вариант у вас? Оригинально. Слушайте, а вы интересный. Вы интересный, не надо руками трогать. Вы знаете, вы на самом деле, вы первый, кто заметил. Да ладно. Вот здесь этот вот ботинок. Вы первый. Вы слепые заходят, вы мне даже нравитесь. Но понимаете, я вам отвечу честно. У меня необычный кабинет. Ко мне приходят разные люди. И понимаете, да, приходят очень необычные люди. Обычно у них в голове вот такого размера таракан. Понимаете, я просто... Да ладно. Да, я беру этот тапок и прям вот так вот... У меня нет, я вывел дихлофосом все давно. Спокойно. Вы уверены? Абсолютно уверен. Это положите. Экологичный положите, такой метод. Положите, пожалуйста, я начинаю нервничать. Пожалуйста. Жалко. Жалко. Доктор, такой вопрос. А вы точно доктор? А почему вы засомневались? Ну. Я доктор. Вы же видите, что я доктор. Вы видите, на мне халат. Ну, халат у меня есть. Но у вас халат дома, а у меня вот здесь, на мне. А знаете, батенька, в психиатрии, кто первый халат надел, тот и доктор. Как в цыганском таборе, да? Так что да, типа того. Так что мне задавать вопросы вам. Итак. Так. Итак, какой у вас сон? Сон хороший, здоровый, сплю как убитый. Несколько раз обводили мелом. Ну, вы знаете, частенько во время сна начинаю говорить на иностранных языках. Ну, это нормально, это внутренний диалог, это я пока не вижу. Если вам интересно, я прочту кое-что. Так, ну давайте. Допустим, дулятулартафумана. Зулятапуля, уйдуя. Ма, читафус, плюпрекинник, нагадуйся. Пожалуйста.
И что это вы сейчас сказали? Понятия не имею. Симптоматическая сирингомилия. Давно ее не было. Что это означает? Понятия не имею. Скажите, пожалуйста, а что вас еще беспокоит? Правая нога болит в полнолуние сильно. Ну, это неинтересно, это возрастное, это вообще даже не ко мне. Ну, возрастное. Левая, с ней ровесница, она же не болит. Логично. Логично. А вы были у терапевта? Да, прописал уголь. Активированный. Кокс. 3 раза в день. Изжога замучила уже. Ну, вы знаете, что я думаю? Я Нет. вот так вот сопоставила все признаки. Я вас могу обрадовать. Я думаю, что это не ящур, это 100%. Вы знаете, я думаю, что это такая легкая астеническая задумчивость на фоне хронической паники верхнего гипофиза. То есть вам необходимо научиться мыслить позитивно. Давайте с вами попробуем такую игрушку. То есть я задаю вам вопросы, так. а вы на каждый мой вопрос отвечаете только одно слово «окей». А. Понятно? А? Окей. О, прекрасный. Как ваша жизнь? А? Отвечать? Отвечайте, ну. С матюками можно? Ну, конечно, нельзя. Мне нечего сказать. Карп Остапович, скажите честно, вы гуляете на свежем воздухе перед сном? Перед сном у меня другое хобби, я грызу ногти. Как есть, так есть. Кто чем, кто марки клеит, я вы, грызу ногти. Вы понимаете, вы не расстраивайтесь. Это самое легкое на сегодняшний день. Более. Потому что я вас сейчас быстро отправляю к стоматологу. Вы уходите из моего кабинета, навсегда уходите к стоматологу. Он просто удаляет вам все зубы. Все. Это исключено. Я очень люблю яблоки. Я не могу деснами пожирать яблоки. Так, как я могу вырвать зубы? И что? Слушайте, вы интересный человек. Вы, слушайте, вы второй раз меня удивили. Да. Вы любите яблоки? Обожаю. Вы знаете, я тоже люблю яблоки. Да? Просто сколько много у нас общего. Странно. Ну да, яблоки это ассоциации из нашего детства, понимаете, вот эти вот, помните, как мы с вами за яблоками в чужие сады. Не мы с вами вместе, не мы. Это хорошие воспоминания, понимаете, к чему я вас подвожу? Надо жить с удовольствием, жить, несмотря ни на что, понимаете, а? Хвост пистолетом, Карп Остапович, как ваша жизнь, а? Да какая жизнь? В среду пришел в бассейн с байдаркой, не пустили. То есть вы пришли в бассейн с байдаркой, вас не пустили Нет. за байдарки? Нет, почему? При чем байдарка? Справки не было для бассейна. Что такое справка в наше время? Боже мой! Это ту. Я сейчас быстро выписываю вам справку, вы уходите в бассейн. Может быть, вы там утонете в этом бассейне. Может быть, вы перестанете ходить к врачам. Отвлекать их от всех нужных дел. Я вот выписываю вам уже справку. Стоп, Карпович. Доктор, у вас глаз дергается. У меня все дергается. У меня и глаз дергается, и пупок, и уши. У меня все дергается. Я не знаю, что там происходит. Я просто никогда такого да. у меня не было. Понимаете? У вас и в ухе, стреляет. Откуда вы знаете? Я слышу. Я думаю, может быть, у вас ящур. У меня? Ну, не у меня же. Ящур? Как вы думаете, это муж как-то... Ну, выше голову. Надо сфокусироваться на положительных эмоциях. Помните, как мы вместе ходили в сады, воровали яблоки? Было весело, молоды. Доктор, мы с вами герои. Да. Вы работаете за гроши, а я лечусь хрен знает у кого. Знаете... Что случилось? Бородавка отвалилась. И как-то, знаете... Вам полегчало?
вы скажите. Да не то слово. Скажи. Вон в чем собака-то зарыта я была. Что она хвалилась и убежала, я видела. Господи, все полегчало. Да ну не то слово, мне прекрасно себя чувствуете. Вы чувствуете себя здоровыми. Отлично. Отлично, я так и запишу. Спасибо вам огромное за лечение. Да, да, пожалуйста, запишу. Здоров абсолютно, выписан, без бородавки на теле и без ящера в голове. Все. Отлично. Огромное вам спасибо за все, за лечение. Кстати. Все хорошо. А что вы делаете сегодня вечером? Ну-ка. Карп Остапович, сегодня вечером я делаю все. Тогда разрешите пригласить вас в одно из очень укромных, интересных местечек. Начнем с кофе. Я вашу ручку. Только ботинок на всякий случай. Хорошо, так ботинок отверну, а так я вас проведу. Спасибо.